5 районных и 2 городских младших воспитателя представили свои практические навыки в финале регионального конкурса «Лучшая няня». Всероссийский конкурс проходит в республике впервые. Лучшую няню Чувашии определили на базе профессионального колледжа имени Никольского. Разные по характеру, по опыту работы, по увлечениям, но одинаково любящие детей нянечки. Диана Романова – самая юная из участниц финала конкурса «Лучшая няня». В подобном состязании она принимает участие впервые. Это опыт, это что-то интересное, новое. Всегда хочется попробовать себя в чем-то новом. Для меня это интересно. Я очень люблю детей. Их, наверное, все любят. Они притягивают к себе. Вот придя в детский сад, вы уже оттуда не захотите уйти. Всего на старте было 24 претендентки. В финал вышли 7. Этот конкурс стал своеобразным драйвером проекта «Профессиональные няни» детям. Он призван привлечь внимание и повысить статус такой важной и нужной профессии. Для того, чтобы оценить, наверное, на достойном уровне их труд и дальше развивать это направление. Они будут демонстрировать себя как своей профессиональной деятельности, сервировку стола. Они покажут, как и по разной тематике, лето, осень и зима у них, тему, которую они выберут. Дальше у них будут решать разные психолого-педагогические ситуации, которые они попадают ежедневно, когда выполняют свою профессиональную работу. Финалистки показали практические навыки работы по решению различных профессиональных ситуаций, выполнили творческие задания по музыкальной импровизации к песне и сервировке стола. В обед компот идет, блюдечко ставим с ложечкой, чашечка с правой стороны, ручка тоже с правой стороны. Маргарита Путерова приехала на конкурс из Аликовского района. Стаж работы с детьми у нее немалый – более 10 лет. Мне эта работа очень нравится. Я туда хожу с улыбкой и с удовольствием. Мои дети меня любят. Вот это меня тянет на работу. Когда идешь по дороге, бывшие выпускники встречают и обнимаются. Говорят: «Ой, Маргарита Михайловна!» И это мне очень нравится. Участница добавила, что конкурс для нее – возможность расти и быть всегда в курсе всех современных методик воспитания. По итогам конкурса профессионального мастерства лучшей стала Наталья Разгудаева, младший воспитатель Шумерлинского детского сада. Она и представит честь республики в Москве в октябре. Наталью Мальчикова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, «Республика».